Добрый день. Благодаря Почте России любая посылка становится долгожданной. И вот пришла очередная посылка из магазина Spinning Line. Она перед вами. Сейчас мы ее распакуем и посмотрим, что тут лежит. Постараюсь сделать это максимально быстро. Сейчас я положу на стол, что тут приехало. Значит, товарный чек, то есть накладная. Далее различные вертлюги, которыми я всегда пользуюсь, от Hitfish. Вот они, 14, самые маленькие, номер 10, 12. В общем, все это покрывает мои запросы по вертлюгам. Очень хорошие, гладкие, вертящиеся во все стороны отлично и держащие огромную, просто колоссальную разрывную нагрузку. Вот, допустим, 14 это 25 либров, 11 килограмм. Ну, это колоссально. Ну и, кстати, они так оно и есть. Я всегда их пополняю, хотя дороговато, конечно, но оно того стоит. Далее, вот из знаменитой серии от Варивас Инчхок, там три серии крючков, разные по размерам. Самый маленький Смейл, вот они. Потом идет серия Регуляр и Ларге, самая большая. Очень хорошие крючки, очень. Во всех отношениях просто шикарные. Не так уж и дорого все это. Отличные крючки, я ими пользуюсь, хорошие. Маленькое, правда, у нее ушко, поэтому пользоваться можно только привязывая леску. Чебурашку неудобно. Ну а так для микроджига просто вещь. Замены им пока не могу найти среди более дешевых компаний. Ну и вот то, для чего и задевался данный заказ. Это от компании Bait Breeze. Изобретатели японцы, съедобная резина вообще считаются. Это фиштейл. Вот в двух цветах. Вот в этом вот цвете зелененькое. Это 144 цвет. И вот такой цвет УР-24. Такой желтенький. Ну, вот по две пачки. Вот. Не вижу пока что еще одна. А вот она. Вот. Опять же, пока что замены я им не нахожу. Двухдюймовая фиштейл. Но попробовал все-таки найти замену в виде вот такой вот случайно попавшейся мне резины от компании, российская компания Yummy. Приманка называется Skinny Bait. По сути дела это тот же Fishtail. Его реплика. Кстати, до сих пор я реплики не видел на нее, на Fishtail. Сейчас вот с вами и сравним вот на этой вот коробке. Вот с онлайна. Достану и ту, и ту. Посмотрим, есть ли различия. А потом, ну, как видите, да? Кроме цвета, различий вообще я не наблюдаю. По мягкости, по жесткости силикона, ну, пожалуй, Bait Breeze, наверное, чуть даже помягче. Это не всегда плюс. Но и остается лишь проверить свойства этих вкусняшек на рыбе. И если Skinny Bait от Yummy окажется не сильно хуже, учитывая аттрактант Bait Breeze, то не стоит переплачивать. Вот это стоит 4 раза дороже, даже по скидке. Поэтому вот в разных цветах я взял это Skinny Bait Yummy. Вот он,
Вот он. Просто шикарные цвета, на мой взгляд. Вот она. Просто, ну, хорошие. Я уже заядлый окунятник. Знаю, какие цвета будут пользоваться у него популярностью. Поэтому, вы знаете, у меня такое чувство, что это будет достойная замена Фиштейлу. Вот. И что еще? Вот она. Тоже от Bait Breeze. Ну, Fishtail Shed 2,8 дюйма. Понимаете? Недешевый виброхвост 2,5 дюйма. Но он идеален, понимаете? Я не могу себе отказать. И цвет еще такой попался мне. Green Pumping Set. 817 он. Лучше он или хуже? Не знаю. Аттрактант, конечно, неповторим, но будет ловить другой. Конечно, виброхвост, он и есть виброхвост. Он и в Африке виброхвост, и будет он ловить и другой, и дешевле, и гораздо... Но как я здесь отношусь к проблеме? Я не могу себе отказать в удовольствии им ловить. Много десятков лет назад, когда я только осваивал микроджиг, написал Кузьмину. Тогда это было, ну, Константину. Целая проблема. Как писал, как находил, потом ждал, заглядывал постоянно в почту. Когда он ответит, он ответил. На вопрос, какую выбрать резину для окуня, он вот так вот ответил, что для окуня можешь брать любую, а для себя бери получше. И я до сих пор и понимаю, что он вообще имел в виду. Вот именно это он имел, что теперь вот уже себе и не откажешь. Ну и завершает распаковку. Это небезызвестный всем Sunline Siglon. 50 метров размотки, 0-140. 3 либра. Вот. Ну, люди делятся, рыбаки, на две категории. Одни ищут подешевле Sunline Siglon, другие ищут подороже и получше. Но я люблю пользоваться именно этим. Он меня устраивает по всем показателям. И менять шило на мыло не хочу. Вот такая была распаковка. Спасибо Spinning Line. Спасибо всем, кто посмотрел. До свидания.